Здравствуйте, меня зовут Элина Шарапова. Мне 16 лет, я учусь в Тверской гимназии номер 10. С раннего детства я профессионально занималась фигурным катанием. Параллельно увлекалась музыкой, танцами и играла в КВН. Сейчас я учу маленьких детей кататься на коньках. На данный момент я являюсь волонтером Комитета по делам молодежи Тверской области. И важную роль в моей жизни играет экология. Также я увлекаюсь математикой и экономикой, и в будущем хочу стать экономистом. На Мисс Тверь я пришла, чтобы открыть себя в новом направлении и реализовать мечту детства – стать моделью.